Десятки именитых бобруйских боксеров своими кулаками прославляли наш город на республиканской и международной арене, будь то профессиональный или любительский ринг. Одним из правопреемников славных традиций этого вида спорта стал Витас Горцуев. 13-летний спортсмен недавно вернулся из солнечной Грузии с бронзовой наградой континентального чемпионата среди школьников в весовой категории до 42 килограммов. Удары резкие, хлесткие и летят точно в цель. В предварительных раундах Витас не оставил шансов соперникам из Румынии и Армении. Оба боя закончились со счетом 5-0. В схватке за выход в финал бобруйчанин встретился с ирландским спортсменом. Высокая ответственность и волнение помешало нашему бойцу побороться за золотую награду первенства. Как итог, бронзовая медаль чемпионата. Чего-то не хватило, чуть скорости не хватило, поджимать надо было. Дали стимул для дальнейших тренировок, для побед и новых соревнований. За плечами юного боксера уже 49 боев, 44 из которых завершились его победой. За этими успехами стоит долгий и кропотливый труд, ежедневные тренировки, воспитание мужского характера и силы воли. А также работа коллектива опытных тренеров Валерия Карпенко, Олега Корякова и Николая Веревкина. Во всяком случае, задачу выполнил ту, которая была поставлена, достойно. Он молодец в этом плане, он постарался, он все, что мог, он сделал. Сборная Беларуси на этом спортивном форуме заняла общее командное 5-е место. Но бронзовая медаль Витаса Горцуева – это наивысшее достижение в его карьере. В дальнейших планах у спортсмена – подготовка к чемпионатам Могилевской области, Европы и планетарному первенству. Пожелаем удачи нашему земляку и будем ждать новых побед. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.